Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Встречаю вас во втором уроке по установке специального модуля меню DJ Mega Menu. Итак, я создал, значит, тестовую Joomla, новый сайт. На данный момент записи урока у меня Joomla 3.5.1. И обычным образом данный модуль устанавливается. Мы переходим в менеджер расширений. Данный модуль. Также на данный момент записи версия 3.3.2, последняя версия. Обычным способом я перетаскиваю и устанавливаю. Сообщение нам говорит о том, что установка пакета успешно завершена. Пакета, а не просто модуля, потому что у нас установилось два модуля и один системный плагин, специальный, для корректной работы данного модуля. То есть модуль меню и модуль для мобильного меню. Давайте мы сразу перейдем на расширение менеджер плагинов. Нам нужно активировать специальный плагин. Кликаем вот здесь вот по ID, чтобы отсортировать список плагинов. И кликаем сюда еще раз, чтобы не искать плагин и чтобы он у нас сразу показался наверху. Вот он, тип системный, DJ Mega Menu. Если зайдем внутрь, настроечек никаких нет, но его нужно включить для корректной работы модуля меню. Мы его обычным образом включаем, сохранить и закрыть. Далее мы переходим в расширение менеджер модулей. И вы здесь видите DJ Mega Menu и DJ Mega Menu Mobile, то есть для мобильных устройств. Его мы разберем позже. Мы переходим с вами сразу внутрь DJ Mega Menu. Заголовок можете оставить или поменять. Мы его все равно здесь скроем. Состояние опубликуем. И давайте сразу выведем данное меню. Вот здесь видно в настройках по умолчанию сразу идет My Menu, то есть у нас сразу будет Home, кнопка главная, активирована. Ну и позиция модуля. Надеюсь, вы знаете, как просматривать позиции модулей в ваших шаблонах. Я об этом уже делал уроки, поэтому я не останавливаюсь. Я знаю, что данное меню неплохо смотрится в позиции баннер. Находим наш шаблон Protostar и первый модуль баннер располагаем. И сразу делаем привязку на всех страницах и сохранить. Обновляем сайт. И вы сразу видите, что у нас меню здесь располагается. Здесь есть небольшое прилипание вот верхнего блока My Menu к нашему меню. Но это ничего страшного, все зависит от того, где располагается вот это модуль меню, в какой модульной позиции. И опять же, я сомневаюсь, что кто-то будет на этом шаблоне делать рабочий сайт. Как правило, шаблоны берутся другие. Но я не знаю, какой вы будете со шаблоном использовать у себя, поэтому я выбрал такой нейтральный шаблон, который идет по умолчанию в Joomla. Мы с вами установили модуль меню, у нас все получилось, вы видите, оно выводится здесь. То есть о настройках, о цветах, о всевозможных каких-то моментах мы с вами поговорим в следующих уроках. У нас с вами все получилось, мы модуль меню установили. На данном этапе все пока. А мы увидимся с вами в следующем уроке.